Этот немецкий авик. С бронебойными своими этими ракетоносцами. Я думаю, ну не дурак ли? Максимум, что мне сделает, это на 300, на 500 поцарапает корпус. Блин, да я что-то не глянул, что ты Смоленский берешь. Я бы тогда эсминца взял. То Да, как-то в эти принципе, без разницы. пассивные эти эсминцы мне как-то не нравятся. Я люблю активную игру. Тут тоже сделали два вот этих острова. Их не прокинуть ничего вот торпедами. Бред какой-то. Сейчас посвечу кого-нибудь. Обнаружены силы противника. Ну, генда приперся уже хорошо по сегодняшним временам. Ну, он там за остров встанет. Нет, может не дойти. Может не дойти. Ну вот у них уже кто-то на точке. Да, он уже доходить не будет. Вот он падла. Приехал. А он и К1. Да. Да. Хреново, что он его убил. Надо выходить, блять, хули тут дел. А, о, Марсо идет, блядь. Начинается разные. Зараза похилил. Скинул. Я не уйду ни хрена от него. От кого? От Марсо? Да. Остров мешает. Его, по-моему, доедят. Да-да. К1. А у тебя чё, горох? Не удар. Я понял. Какие-то в ремку попал. Или он ее сразу прожал? Себе народ как активно ловит в атаку, видимо, на забор, блять. Я еще торпедами в него не попал. Ничего страшного. Так. Я думаю, вы должны его разобрать. Кремль, что ли? Вы Кремль, вон подлодная лодка. Я не докидываю до нее, ничего, как я тебе ее разберу, да ты шутишь? Вон ты. Че тут, кто у нас? Винсент, да. Есть Пруссия. Вот у меня еще Ю Янг тут стоит. Ладно, придется самому помочь. С Кремлем лучше помоги. Сейчас уберу пылку. Кремор, блядь, аж до жопы пылает уже, блядь, одно подожди. Блядь, 55 метров, наверное, от огня. Да все.
Нифига ты мне как гвозди убил, блядь. Ну ты как Кремль сейчас тоже уже считай проиграл. Ну и отлично. Вот она, а у нас тут так, блядь. А нет, просто врезался. Нет. Собака серая. Блин, еще и убили. Кто там остался? У меня вообще ничего, у меня 2000 урона, одна торпеда в К1. Будь здоров. Да я что-то это, блядь, прям с горлом какие-то проблемы, да? Какая-то беда. Аймат это АФК у них, что ли? Да нет, самолетик запустил. Он что, вперед идет или на месте стоит? Да я не вижу, блин. Ну, поэтому и спросил. Назад идет, по-моему. Зау грозовой гоняет, блять. Или грозовой зау, или зау грозовой, короче, как-то так. Шима справа, блять. Торпедно справа, ну. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Блин, он ремку прожал. Что за идиотизм? Так, а вы там точку возьмете? Да. Наверное. Не исключено, да? Завершена. Вот где-то. Шима у нас на базе. Тут Гинденбург пришел, все, блядь, ничего. Ну, чё там, Винсент, Пруссия? Ну, Гинду тут он был. Красавчик. Перелетел. Ух ты, Пруссия ему прописала так, как хорошо, прям. Я не вижу, далеко как сильно. Надо, блядь. Там, наверное, 4 цепки убили, а не меньше, блядь. Вот Кинда. Один из самых древних кораблей, если не самый древний. Ну, наравне с демоном, там, с Зао. В принципе, это как бы нормально так он играется. В выжигалочку. Ну, то, что длинное, вот это херово, блядь. Габ, торпеды, все. Единственное только, что у него минус глубинки, а не авиаудар. А
так-то. Что там, Слава, шумопаса-то убьет, нет? Да убьет сейчас. Блять. Отлично. Все, Шума с точки ушел. Шума сейчас на поедет. Да пускай куда хочет едет. Сейчас засветится. Не. Давай посмотрим. По логике должен. Он уже вот здесь где-нибудь. Там Невский с РЛС вообще-то. Или он АФКшит тоже, блядь. Невский, посмотри, где. А вот она, блядь. Куда? А, вот ты смотри-ка, точно он решил пикернуть на Слава. Блядь, ну Слава, ну ты как, блядь, ты как в этот. Понос, блядь. Где у них реально курв? Да хер его знает. Там где зал? Ну. Нет, ну смотри, он ни разу не светился. Ну, в смысле, он светился только на респе. Вот она, блядь, а у меня ни одной этой нету. Куда дел? Расходовал. Потерялся. Чего у тебя так сильно? Мало хп. Полный, совершенно полный. Я что-то на крутом крейсере играю. Хп я имею в виду. За 4 боя сыграли. Не, попытки все в ноль ушли. Может, сейчас тут зачтут попытку. Один затащит бой-то. Да. Если тяжело, ничего не будет затащим. Я пальцы крестиком держу. Смешно. Мало ли сейчас. Невский кинстон и откроет сейчас. И все, и уйдет. Да, да, да. О! О! Красавчик! Это мне добили его, чтобы ничего себе догорело. Вот полезное дело, блядь. Фугас из 30-й. Братья по оружию. Да мы вообще братья, мы сибиряки, они друг с друг другу брат, блядь. Три корабля разных классов. Общее наступление. А чем мы убили? Подводную лодку убили, эсминец убили, крейсер убили. Отлично. Ну, курфа я даже не догоню. Так у тебя сколько лодок-то потоплено? А, у тебя две, у меня две. Да? Ну. Ну, я и мата забрал. И забрал К1. Курс же меня сейчас попадет. А он Винсента стреляет. Винсент за мной, я не разглядел. Смотрю, в меня летит. Думаю, как он так может это делать? Что происходит? Не, 6 секунд, даже торпеды не дойдут. 11 километров. Это очень далеко. Ну, хоть так. Да. Треть команды утопили. Молодцы. Нормально. Молодцы. Что там не чистого? 1400 чистого. Это яркие жетоны за... А, ну так мы молодцы. Мы молодцы. Да. Какие-то яркие жетоны должны прилететь, блядь, за 1350 лет. Ну ладно.